же, всем привет, с вами я, невидимый Лёплей, а это... Слайдер. Да. Бывает. Ну что ж, погнали! А, нет. Не надо. Не надо. Живем. Пока что. А, нет. Регенерация, давай, работай. Так, 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 так. Давай, иди сюда. На! Так. Какие-то страшные звуки. Так, давайте-ка я сейчас убавлю немножечко звуки. Бывает. Так. Ну, я смогу сегодня видеть последнего босса. Он хоть и самый первый, но самый сильный, как по мне. Нет. Жрём. Едим. Так. Нет, нет. Да ты урод. Не трожь меня. Понятно. Так. А сколько я ему железной киркой буду наносить дамага? На. На. Но. Нормально. Хорошечно. Так. На. Получай. Тварь. Так. Так. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Так. Я против него вообще ничего не буду строить. Как там у меня... Он такой сильный. Вы видите? Ян-то вот. Так. Так. На! Получай! Тварь! Так. Удар! Удар! Давай, давай, давай! На! Получай! Какаха! Кубическая! С глазиком! Так. Надеюсь, он не будет. Точнее, он будет злиться, поэтому это будет жопа. Понимаете? Ну, для него хотя бы ничего не нужно, как для бога солнца. Валькирия вообще совсем там. Самый фулл с мажора, принесите 10 медалей. А вот этот вот кубик, он хоть и сильный, но в то же время у него, как по мне, больше всех хп. У Валькирии 250, а у этого чубрика не так уж и много. Так, 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 давай. Не смогу. Так. Критический урон. Так, занятной киркой, пожалуй, мы и так сделаем. Все, убегаем. Убегаем. Из-за тебя у меня ломается обсидиановая броня. Ты. Хатьпу. Кубик. Страшно. Так. Слайдер. Не трожь меня, пожалуйста. Ты сегодня должен быть хорошим. Ты понимаешь, у тебя голубой глаз. С черной точкой внутри. Так. На. 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 Давай, давай, давай. Я смогу? Yes! Минус 4. Yes! Минус 6. Так. Не, ну, когда он стоит... Теперь он двигается. Не так уж и страшно. На-на-на-на-на. Надо лишь нанести ему... Да, маг! Ты чё? Совсем борзый совсем. Вообще страшный овощ, если честно. На! 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 Получай, одноглазый. Точнее, у тебя раз глаз, два, три, на жопе глаз. Так. Все. Давайте-ка мы сейчас избить этого нуба. Блин, наверное, у вас сейчас происходит такая фигня в голове. Типа, чё так легко? Типа, бьёшь его, бьёшь. А потом у него будет красный глаз, потому что он ночью не спал 5 лет. Так. Не спал 5 лет ночью. Бывает. Так. Так. На. На. Дамаг. Дамаг. У меня появилась тактика галактика. На. Получай. На. 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 Почти замочили ентового босса. Так. На. На. Ай-яй. Мой шлем скоро сломается. Я почему-то больше внимания обращаю на шлем. Нет. 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 Ты не должен меня трогать. А где он вообще? Он все это время был сзади меня. Ты. Тварь. На. Получаем. Нет, 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 нет. Живем. Пока что. Быстрее. Регенься, тварь. О. О.
Убегать, Р. 228. Так. Если он сейчас мне снесёт... Так, он прямо сзади меня. Я это знаю. Так. Вообще агрессивный какой бык. Кубик в форме быка. На! На-на-на-на-на-на-на! Улучшай! Нет! Я решил... А! Я выкинул свою зенитную кирку, берем. Так. На! Как добывать алмазы? Тон! Тон-тон-тон! Тон-тон-тон! Ну! Давай! Я смогу! Я смогу! Я смогу! Я смогу! Нет! На! Быстрей, быстрей, быстрей! Господи! Меня сейчас все просто спят на всей улице. И они сейчас такие... Господи! Разбудитель расточитель! Господи, я смог это сделать! Ух, какие-нибудь звуки будут? Прекрасно, я даже плащ сниму. О, какой красивый невыносимый. Так, откроем, пожалуй, кейс. Он просто сливается. О, боже мой. О, мой. Лук феникса. Похож, если честно, на какую-то палочку дряхлую. Так, пожалуй, нам не нужен святой камень. Даже если он святой. Плащ ловкости. У меня есть плащ невидимка. Я так думаю, что нам... Плащ ловкости, наверное, понадобится. Вы думаете, что я скажу, не понадобится? Нет. А этот лук феникс... А нет, этот лук феникса никак не стакается. Обидно. Так, а я могу взять этот бокс? С него не выпало то, что я хотел. Жалко. У меня есть лук. Еще один. Мне будет еще лук номер два. Оэ! Так, вот это вот сюда, сюда, сюда и сюда. Так. Давайте-ка мы, пожалуй, сломаем вот ента вот. И вот это вот мы тоже сломаем. Yes, я победил последнего босса. Наконец-то я это сделал. Я так счастлив, я так рад. Так, сколько она мне будет восстанавливать? Ты еще кто такой? Слизень, типа. Мама. Помоги мне. Здесь нету прохода. Так, уже вон. Так. А вот как мне выбраться теперь? Да-да. Вопрос. А чё? Чё я сделал? Какой мне босс? Это не самое страшное. Что здесь есть? Ну, отвалите от меня. Так. Выкарабкаемся. Да блин! Кто не сбивает? А? Так, домой. Как можно быстрее домой. Так. Так, домой. Откуда я выкопался? Будет прикольно, если вообще здесь нету того, чего я хочу. А? Кто здесь? Знаете, пожалуй, сделаем как-то так вот. Потому что сейчас выбраться нам надо. Так. Если нас никто не видит и никто не слышит, наверное, никто не слышит. Так, почему я, кстати, использовал зенитную кирку на слайдере? У меня есть такой вопрос. Потому что мне ее не жалко, да? Потому что я могу. О, я выбрался, я так счастлив, я так рад. Я живой. Так, там мой вейпоинт куб. Так, где мой? О, да, по. Привет. Так, на тебя мы, пожалуй, тоже сядем. Так, оседлали. Палить. О, бог солнца, бог солнца. Еще у меня там 1000 метров waypoint бог. Пожалуй, полетим вон туда. Но я к вам уже вернусь, когда я приду домой. Раз, два, три. Ну что ж, дошел до какого-то места и нашел какие-то свитки. Которые не стакаются. Очень-очень интересно. Чё это такое? Так. О май. Гарбл. Так.
прыгучесть 2. О, зелье. А, вот это вот уже какие. А, ясно. Слабость я не возьму. Отравление я тоже не возьму. Прыгучесть я не буду брать. Я вообще ничего не буду брать. Я только вот эти вот свитки возьму. И таких домиков я, насколько я понимаю, много. Да, вон. Тут есть домик, в котором есть, наверное, всё то же самое. Да, я это и подозревал. Они стакаются, но в то же время и не стакаются. Очень интересно. Пожалуй, все это положим в наш легендарный бэкпак. Так. Вот сюда это тоже мы положим. Так, о, кстати, я вам хотел показать такую штуку еще в прошлой серии. Солнечный алтарь мы его поставили и... черт, ничего не получается. Так, а его можно взять? Да, его, в принципе, взять можно. Все в порядке. Но мне так кажется, нам нужна книга из Afraid of the Dark. Воу. Рай мы с вами изучили полностью вдоль и поперек, потому что там делать больше нечего. Там только боссов надо победить, и в принципе все. Да, привет. Привет. Привет, Эдермен. О, воруешь? Так и знал. Что так лагает? Мне очень и очень интересно. Так. Удар. 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 Оу, выпало то, что мне нужно. Так. Пожалуй, возьмем так вот, так вот. И нам нужна книга. Да, нам нужна книга. Для этого нам нужна на что? Правильно. Кожа. О, с них тоже кожа падает. Как неудивительно. Так. Ну, в принципе, нам нужна кожа. Или просто деревня. Поэтому мы можем отправиться еще на поиски деревни. Поскольку это, в принципе, довольно-таки интересно. На поиски деревни. И да, кстати, в 9-й серии или в 8-й серии мы вроде бы создали портал в Сумеречный лес. Поэтому мы туда еще будем возвращаться. По добыче ресурсов, потому что там высота, ну, как вы понимаете, ну, не такая, как на нашей планете. Да, очень интересно. Очень-очень интересная информация. Ну, так вот, я к вам уже вернусь, когда я найду книги, ну, в общем, деревню, которая мне нужна, кстати. Итак, мои похождения не были зря. Та-ра-та-та-та-та. Так вот, я нашел 24 алмаза. Так что я могу себе сделать фулл сет, даже немножечко оставить, потому что вот у меня есть, уа-ха-ха. Да, бывает. Так, так, что так лагает, так не понял я. Эх, теперь целые залежь. 34 алмаза в 11 серии. Свен, ты представляешь? Он представляет. Да. Так, у меня есть очень много книжечек, потому что я вспомнил, что есть в данже, в моде Afraid of the Dark. Да, вот так вот он называется, этот мод, поэтому, если что, я вам подсказал новый мод для вас. Ну, не новый, можно так сказать, не такой уж и новый, как говорится, старость. Радость. Так, книга кроя. Что это такое? Что это такое? Все страницы. Давайте все страницы. Еще такие звуки. Пум, 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 пум. А, плуч Эндера. Интересненько. Так, вот это что такое? Понятно. Нет, непонятно, если честно. Вот этот вопрос, наверное, мой. Так, ну пока что, наверное, нам книга крайне пригодится. Наверное. Ключевое слово. Наверное. Так. Так, надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Если вы вдруг хотите больше роликов, то, пожалуйста, поставьте лайк. И поставим, пожалуй, солнечный алтарь, чтобы сделать день. Да. Где такой? А, нашел? Да, бывает. Так.
Ну, а я, пожалуй, на этом буду с вами прощаться. В этой серии мы победили босса Кубика и сделали книгу края. Да, в общем, всем до встречи, всем пока.